Привет! Вы на канале Супер Лиза! Сегодня мы открываем посылку! Да, привет, Лиза! Сегодня открываем посылку. На тебе ножичек. Открывай посылку, посмотрим, что там внутри. Что у нас здесь надо? Дальше. А тут у нас пеномаш. Яйца. Ого, Лиза, так это не простые яйца, аккуратно. Давай, а ниндзя? Нет, не ниндзя. Это, Лизонька, сейчас достаем. Еще убираем пенопласт. Это как кукуруза. Да. У нас вон теперь на столе кукурузы, посмотри, сколько много. Да, будем все скучать, не будем. Это, Лизонька, яйца Star Wars, Звездные войны, в поисках силы. И их, Лиза, ограниченное количество. Ого, их ограниченное количество было выпущено. И здесь их сколько? Их тут, их если тут 3 умножить на 5, 15. Где 5? Ой, 3 на 4. Это? 12. Правильно, 12 яиц. Сейчас мы их будем открывать. Да. Вот, мы будем открывать сегодня только 6, а завтра тоже 6. Да, мы разделим пополам, чтобы было интереснее. Сегодня мы откроем 6 яиц, и завтра тоже 6. Да. Давай сразу 6 отставляй в сторону. Растянем мы удовольствие. Да. Сразу отставляем в сторонку. И мы открываем первое яйцо. Что у нас там попадется? Star Wars! Звездные войны, да. То, что мелок у нас. Мелок. Star Wars какой-то. Это звездный. Не мелок, это Звездный войн. Я сказала брелок. А, брелок. Да. Так. И вот у нас такой попался. Герой из Звездных войнов. На звездолете. Тоже! Пап! Тоже Star Wars. Тоже из Звездных войн. У нас этот белый, который помощник Дарт Вейдера. Да, помощники Дарт Вейдера. Так, его посмотрим, армия. Какая тут коллекция. Так. О, тут даже бывает золотое. Я хочу золотого. Покажи. Если попадется, конечно. А, да, это один из помощников. Так, соберешь, пожалуйста. Что, собрать? Да, давай соберу сейчас. Этот золотой, это робот, помощник. Как он, Люка Скайуокера и хороших повстанцев. 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 Вот. Вот он так собирается. И вот такой брелок у нас получается из Звездных воинов. Вот, у нас уже два разных брелка. Сейчас будем дальше смотреть. Тролль какой-то. Это не тролль. Это, Лизонька, один из великих джедаев. Один из великих джедаев. Ого, тут новые листики сделали. Папа, смотри. Угу. Новые листики. Давай. А я пока еще раз посмотрю, какие у нас попались герои. Это у нас Чубакка. Один из, по-моему, джедаев. Это воин-клон нашего самого главного темного лорда Дарта Вейдера. А это один из великих джедаев, мастер Йода. Вот такие у нас крутые герои попались. Сейчас посмотрим, что там попалось. Опять серийная. Опять серийная. Супер. Ну, аккуратно давай доставай, кто же там будет. Наверное, сам Лорд Вейдер. Да, по-моему. О, точно, да. Сам Дарт Вейдер нам попался на звездолете. Да. Так, это самый прикольный. Да. Самый злой. Но он был добрый. Да, когда-то он был добрый. Могу подожди, он тут. А где инструкция? Вот тут. Доставай, посмотри, у него там, по-моему, крылья даже двигаются у этого звездолета. Сейчас посмотрим.
Посмотрим. Вот так вот тут. Не шевелится. А я думаю, что шевелится. Покажи. Посмотри даже, что может попасть. Угу. Блокнотик ты очень. Я еще там рисовал. Ну ладно, скажи бы так. Вот такой Дарт Вейдер. Могу дальше. Да, открывай дальше, Лиза. А мы пока посмотрим Дарта Вейдера. Так, и посмотрим вкладыш от Дарта Вейдера. Вот, тут совсем другие. А, нет, эти. А, эти же, вон сколько их тут разных. Вон, Люк Скайуокер. Опять Лорд Вейдер. Думаешь, Лорд Вейдер? А может, это другое? Повторка. О, да. У нас будет два брата. Да. Две повторных игрушки. Ну, и осталась последняя. Угу. У нас два Чубака. Чубака. Угу. Посмотрим, что нам дальше попадется. А чуть-чуть Чубака. Может быть, нам попадется Люк Скайуокер. Давай, смотри. Давай. Опять Рина, это же Лорд Вейдера. Опять! Третья Чубака, да. У нас три одинаковых попалось. Три одинаковых. Ой. И три других. Так. Пап, а как ты думаешь, кто мне больше всего понравился? А я думаю, что Дарт Вейдер. Да. Потому что он из одних сильных джедаев. Правда, он плохой? Угу. Вот, а мастер Йода хороший. И Чубака тоже очень хороший. Они воюют против. Вот, видишь, здесь армия уже собралась. Ой, сцепилась. Можно будет играть. Видишь, армия плохих и армия хороших. Ставь лайк и подписывайся на канал Супер Лиза. Пока-пока. Пока, Лиза. До скорых встреч.